Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях обращение к жителям Подмосковья. В нем он объявил о том, что в Подмосковье ограничения по работе и экономике будут продлены до следующего понедельника. Он объяснил такое решение рядом неблагоприятных показателей, на которые ориентируется областное правительство. Первый – коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать единицы. В Подмосковье сейчас 1,2. Второй – свободный коечный фонд. Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек. Третий показатель – количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий в Подмосковье 90 на 100 тысяч. Таким образом, губернатор резюмировал, цитата, «Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий, подготовить стандарты и тем самым защитить людей». Конец цитаты. В конце своего послания Андрей Воробьев призвал жителей быть осторожными, соблюдать санитарные правила и носить маску.